И вот, кстати, по поводу заботы об украинцах. Прифронтовой Мариуполь Донецкой области до осени может остаться без горячей воды. Об этом заявил директор местной теплосети Дмитрий Раус. Причина – долги. Общая задолженность города перед коммунальщиками превышает 70 миллионов гривен. В апреле жители Мариуполя оплатили только 10% услуг тепловиков. И если ситуация до конца месяца не изменится, «Нафтогаз» не продлит договор на поставку горячей воды. А это значит, греть воду в кастрюлях людям придется до следующей осени.